Ну, вот давайте поговорим о специальном предложении, и это абсолютно актуальное предложение и по цене, и по стилю, и по сегодняшнему ощущению начала осени. 2499 рублей за тренч Клаудия. Давайте, полюбуйся. Света, скажи, пожалуйста, какие расцветки модны этой осени? Учитывая то, что у нас сегодня очень особенный день для женщин прекрасного возраста, мне хочется сказать, что как раз у нашего предложения специального нет возрастных ограничений. Но отвечая на вопрос актуальности расцветок нового сезона «Осень-зима» 2017 года, я скажу точно. Это оттенки осени, оттенки бордо, оттенки красные продолжают радовать вас. Очень популярен в этом сезоне продолжается. Продолжая летние традиции, оттенок желтый, но здесь он у нас называется горчица. Учитывая популярность желтых оттенков, мы поднимаем себе настроение, как советуют психологи. Еще один цвет, который считается позитивным, терракотовый. Здесь мы видим с вами приглушенное соединение кирпичного оттенка, который относится к коричневым оттенкам, и оранжа, и получаем терракотовый цвет. И, конечно же, классика жанра. Один из любимых расцветок Коко Шанель – классический черный. Если вы любите классику, пожалуйста, черный цвет, ну а разбавить его вам помогут наши подарки. Вы получаете сегодня с каждым заказом элегантный шарф, да еще и такой самодостаточный. Света, как ты считаешь, он будет актуальным в нашей коллекции? Конечно, сегодня? Шарф относится к аксессуарам, а я очень люблю аксессуары, которые могут освежить и обновить ваш гардероб. И этому пример наша Елена. Давайте посмотрим на подиум. Давайте. Наш тренч Клаудия на моделях выглядит совершенно по-разному. Преимущество нашей модели в том, что мы можем носить его и с брюками, и с юбками, и с платьями. А то, что Лена Семенова украсила себя шарфом, еще раз говорит о том, что вы можете поэкспериментировать. Шарф выполнен из очень мягкой текстуры пана, который напоминает ангору, украшен шифоновыми рюшами и еще декоративная брошь. Ну, я рада за наших телезрительниц, потому что они сегодня получают несколько подарков, еще и очень приятную цену. Только сегодня 2499 рублей за практически, слушай, ну как верхняя одежда. Может ли наш жакет заменить собой легкую-легкую куртку? Конечно, несомненно, это тренч-жакет, который мы можем носить круглый год. Но многие метеорологи говорят, что все-таки сентябрь обещает быть теплым, поэтому вместо плащей, вместо ветровок, многие женщины, предпочитающие вязаные изделия, смело надевают тренч Клаудия. Преимущество этого тренча в том, что зимой мы можем надеть его под меховой жилет, под дубленку. И это все благодаря, конечно же, материалу, к которому мы сейчас вернемся. А вот сейчас вот давайте узнаем, что за материал, потому что это все-таки сезонная вещь, осенняя, она должна отвечать нескольким качествам, износостойкости и теплоте. Ну, ты знаешь, Надя, я бы начала с красоты вот здесь, в данном случае, потому что бренд Заря нам предлагает невероятно красивую фактурную вязаную ткань. И учитывая то, что многие женщины прекрасного возраста предпочитают комфортные материалы, здесь мы его находим за счет пана и лайкры. Лайкру, которую бренд Заря добавляет в свои волокна вязаные, позволяет изделию не потерять форму и носиться очень долго. Поэтому я отношу такие материалы к практичным. То, что здесь мы видим с вами фактуру, она напоминает принт. Это большая редкость для вязаных изделий. И здесь мы видим двойное двухфазное плетение. Изнутри это можно увидеть по другой технике плетения. Посмотрите. Вообще, ты знаешь, бренд Заря ценится своим качеством вязаных изделий. Поэтому участник многочисленных показов мод в Москве, в столице и в области. А выездные какие-то сессии бывают. И бренд Заря известен по всему миру. Мы видим с вами качество собственными глазами. Причем под увеличением у вас есть такая возможность рассмотреть все детали и быть уверенной в том, что за цену премьеры, за цену только сегодня, вы получаете действительно качественную вещь. 2499 рублей. Ну и давайте посмотрим более детально на качество, на элитное качество. Да, ты знаешь, вот мы сейчас представляем всех женщин после 50 лет, видим нашу прекрасную Лену. Как все-таки такие модели нас молодят, но при этом мы чувствуем себя комфортно. Комфортность – это еще одна из важных составляющих покупки изделия, особенно на прохладное время года. Представьте, вы пришли на работу, уже в сентябре, октябре и ноябре начинается похолодание. И сидя на работе, иногда бывает, что поддувает, становится как
как-то зябко, а на вас тренч Клаудия, который заменит костюмный пиджак. Поднимите руки, мои дорогие, для кого комфорт важен? Лично для меня это одна из главных составляющих моей покупки. Я сегодня выбираю не просто модные, не просто красивые вещи, но и невероятно комфортные. Итак, мы с вами видим красивые эффектные расцветки, расцветки осени. Это нежные цвета, терракота, цвет горчицы, есть черный классический. Вам остается только снять трубку, набрать номер, который видите на экране, дозвониться. Света, у меня к тебе вопрос насчет твоей мамы. Я знаю, что твоя мама та еще модница. Вот, что вот, если представить нашу телезрительницу, ну, образ твоей мамы, я думаю, соответствует большинству, кто конечно. Нас смотрит. Ну, что ты ей советуешь носить? Да, я хочу передать ей привет, мамульчик. Я тебя очень люблю, а ты знаешь, моя мама действительно модница, и мы с моей сестрой Ириной полностью поменяли ей гардероб. Очень часто я приезжаю в гости домой, маме нравится какая-то вещь, причем у нас разница с мамой в возрасте ощутимая, и мы оставляем свои вещи для мамочки или покупаем ей стильную одежду, которая ее молодеет. То есть не надо бояться конечно, более молодящих, более молодежных фасонов? Конечно, вот этот тренч, кстати, он пришел к нам из молодежной моды и напоминает укороченный плащ. Но говоря о вязаных изделиях, у моей мамы очень много трикотажных пиджаков и кардиганов. И я могу точно сказать, что женщины прекрасного возраста не откажут себе и выберут эту стильную вещь. А еще, Наденька, моя мама очень тщательно следит за тем, как она выглядит в вещах. Поэтому я бы сейчас хотела перейти к эффекту стройности. Ну, конечно, стройные мечтают быть все абсолютно. Вот давайте выясним, насколько стройнит тренч Клаудия и за счет чего. Ну, во-первых, здесь очень важную роль играет фасон. Давайте посмотрим на него. Несмотря на свободу, здесь имеется небольшой асилуэт, который расходится внизу изделия. Вот я обожаю такие вещи, потому что мои широкие бедра в таких изделиях кажутся более аккуратными. У Надюши тип фигуры груша. Прекрасные покатые бедра, но у Надюшки плечики чуть-чуть опущены вниз. Посмотрите, Надя надевает торжественное платье и надевает поверх платья тренч Клаудия. За счет подплечников, посмотрите, как Надя откорректировала свою фигуру. Именно за счет коррекции верхней зоны бедра тоже становятся меньше. Поэтому такая модель просто обязана у вас быть. Круглый год вязаное полотно от бренда Заря. Это уют, это нежность. Надюш, расскажи сама. Ну, мне очень удобно, поскольку ткань тянется, уже правильно Света сказала, здесь нет никаких ограничений движения. И еще очень хороший аргумент в пользу покупки. С каждым заказом вы получаете шарф абсолютно бесплатно в подарок. Какой цвет достанется вам, это сюрприз. Но я точно могу сказать, что вся коллекция подборки комплимента от телеканала Шоп-н-Шоу, вязаные шарфы идеально подойдут к вашему ансамблю. Недавно я прошлась по магазинам, и я уже рассказывала, что один такой аксессуар в магазине, актуальный в этом сезоне, стоит около 2000 рублей. Итак, мы с вами видим глобальную экономию. Во-первых, на цене 1300 и порядка 1000 рублей на подарки. Звоните, ждем ваших звонков.